Так, а теперь начинается самое интересное. Еще раз, первое пропустил. Everybody wants to be the king. Я тоже вместе с вами, я хочу, чтобы бюджет был у нас на развитие, а не на войну. Поэтому, когда у нас такие суды, такое правосудие, экономика развиваться не может. Мы это испытываем на себе. Показуха, внутренние разборки, никакой системной борьбы с коррупцией нет и не будет. Если власть будет продолжать вмешиваться в личную жизнь и политику дискриминации, закончится все как в Иране. Деньги не выделяются на лекарства ВИЧ-инфицированных. Деньги не выделяются на лечение онкологических заболеваний. И средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране, знаете какая? У меня нет возможности выступать по телевидению, у меня есть возможность выступать только на улице. Для того, чтобы решать проблемы, надо знать, в какой точке мы находимся. Именно поэтому мы участвуем в этой кампании, чтобы изменить приоритеты нашей государственной политики. Чтобы сделать так, чтобы были независимые суды. Чтобы нормальный был бюджет, чтобы деньги тратились не на силовиков, а деньги тратились на развитие. На образование, здравоохранение, на науку. На тех людей, которые смогут вернуть нашу страну на нормальный путь развития. Что, больше нет вопросов? Вот. Потому что бизнес запуган, потому что цензура в СМИ, потому что власть нарушает конституцию, конституционные права и проталкивает своих людей. Многие люди, независимо от этой власти, сегодня идут вместе с нами. И наша задача сделать так, чтобы здесь появилась альтернативная, независимо от этой власти, фракции, которая бы могла обсуждать вот эти все проблемы. Которая могла бы поднимать эти проблемы, которая могла бы предлагать совершенно другую дискуссию, не то, что там в Думе происходит. Сейчас будут вопросы обязательно из обязательной программы, я уже вижу, про гей-браки, США, Лондон, коллекторов. Наверное, что-то забыл, сейчас эта обязательная программа пройдет, и потом любые вопросы. Everybody wants to be the king. Еще раз, первое пропустил. Так, а теперь начинается самое интересное.